Я думаю, что даже когда нет одной идеи, всегда, ну, как бы, когда вращаешься среди людей, вот мне очень повезло, я такую выбрала себе профессию, что мне удалось на протяжении моей жизни, большое интересное, общаться с абсолютными гениями современного искусства, я вам назову имена этих людей. И каждый из этих людей сделал в искусстве что-то такое незабываемое, что поставило его на вершину, на олимп искусства. Ну, например, когда я была еще молоденькой девочкой, студенткой, наш курс, наш преподаватель нас пригласил в студию скульптора Эрнста Неизвестного. Это скульптор, который... единственный, пожалуй, из всех мытей Советского Союза посмел спорить с Хрущевым. И на преснопамятной выставке в Манеже, когда Хрущев сказал, что он всех вот этих абстракционистов готов поставить к стенке, расстрелять, и что это кошмар и ужас, и все. И белого цвета Эрнст Неизвестный, то есть он побелел от того потрясения, которое внутри себя он переживал, он понимал, что уже хрущевского оттепель его не расстреляют, но посадить могут. И он вышел из группы художников, хотя все на него шикали: Эрнст, не надо, не делай этого, и все. Он вышел и сказал: а вы понимаете, что вы в искусстве ни черта не понимаете? Лидеру страны Никите Сергеевичу кто-то сказал, понимаешь ли, что он ни черта не понимает. И это нам рассказывал молодым девочкам, рассказывал Эрнст Неизвестный, которому вот ему хотелось поделиться. У него уже была пора признания, уже его памятники стояли везде, всюду. Знаменитые, если кто из вас бывал в Одессе, на морском вокзале есть такой памятник Эрнста Неизвестного, «Дитя Одесса» в таком шаре, который напоминает женский живот, такой младенец очаровательный. Это один из памятников. Но все знают, что когда Хрущев незадолго до своей смерти, он призвал к себе своего сына Сергея и сказал ему: памятник на моей могиле закажешь Эрнсту Неизвестному. И сейчас, вот если вам интересно, после нашей встречи вы можете погуглить этот вопрос. На могиле Хрущева стоит памятник, который создал Эрнст Неизвестный. И это вот творение, которое показывает нам Хрущева, как можно показать любого большого политика, в котором в этом человеке соединяется черное и белое. Только в разных политиках черного больше, белого меньше. А он, так сказать, изобразил Хрущева одинаково, что у него и черного, и белого. Это вообще уникальный памятник. И потом, когда Эрнст Неизвестный эмигрировал в Америку и стал, как говорится, гордостью американской культуры внезапно, и очень много величайших произведений уже создано и наполнено, американские музеи, все-все-все. А я понимаю, что я с этим человеком, значит, после первого общения, он такой оказался радушный хозяин, и так нас хорошо принимал, и все, и сказал: кому интересно, но он же понимал, что пришел курс, там у нас было около 20 человек. Кому интересно, будущим искусствоведам, вот хорошо было бы как бы не одноразово прийти, а прийти посмотреть, например, за процессом создания скульптуры или за процессом эскизирования и так далее. Я к нему начала ходить как на работу, потому что я понимала, что такого уровня, такого масштаба человека надо ловить каждую секунду. Это потом ляжет в бесценный багаж знаний о том, что такое художник, настоящий художник. В этом смысле Эрнст Неизвестный
с одной стороны, абсолютно современный художник к вопросу об идеях. То есть ему не нужны никакие идеи со стороны Советского Союза и социалистического реализма. А у него, у каждого великого художника, у него свои собственные идеи, которые больше, чем страна, в которой он живет. И больше, чем люди, которые его окружают. Поэтому, скажем, а наш с вами современник, который тут на Пушкинской, у него мастерская, Иван Степанович Марчук, и который уже сегодня считается, он входит в сотню гениев 20 века, да? Я с ним очень хорошо знакома, и, так сказать, на протяжении многих лет у нас были разные отношения, то есть, когда он начал баловаться абстракционизмом, назовем это так, от своих дивных пейзажей, он перешел к таким каким-то изображениям, в которых не было ничего конкретного. И он ко мне обратился, потому что я была первой искусствовед, которая о нем написала хвалебную статью в журнале «Украина» на разворот. Хотя все на меня шикали, все говорили, что он диссидент. Ты себе карьеру испортишь, если ты напишешь, и еще, не дай бог, опубликуют. Но я дружила с журналом «Украина», они мне поручали самые разнообразные материалы, разные сложности по культуре. И моим условием главному редактору было, что я сделаю три материала заказные, которые вы мне, так сказать, заказываете. Один материал будет про Марчука. И некуда было деться, не согласились. Но дальше у нас отношения складывались не очень ровно, потому что когда начался период абстрактного Марчука, и он меня позвал, чтобы я, так сказать, тоже отписала, что-то положительное написала. Я сказала, мне не нравится. Не потому, что нет в искусствоведении нет такой позиции. Нравится, не нравится. Потому что я обожаю Марчука, того, которого обожают все. Его пейзажи, его вот это вот лунные дорожки на воде и так далее, и так далее. Ну, представьте себе, что вы хорошо знаете Куинджи, или вы хорошо знаете Айвазовского, любите, обожаете. А вас приглашают одобрить каляку-маляку, что вы делали. И он на меня жутко обиделся. Он со мной 10 лет делал вид, что мы не знакомы. Ну, художники, они же как дети, они не могут реагировать адекватно. То есть надо, чтобы все нравилось, что не создано все гениально. И через 10 лет другому стукнуло в голову, он на голубом глазу опять ко мне подошел и говорит, боже, мы же так давно не виделись, я ж соскучился. Я говорю, ну, слава Богу. То есть гений может идти в любую сторону, он может, как любой нормальный человек, совершать, может быть, ошибки или... Я совершила ошибку, то, что я не поняла его абстрактных каких-то мелодий живописных. Может, я на тот момент была не готова. Но есть движение, есть мысли, есть какое-то направление у любого современного художника, которое отличает его от Васи Пупкина, у которого нет идеи, есть только форма. И стремление через форму что-то такое продемонстрировать. Вот я обращаюсь к вам ко всем. Вы много можете мне назвать современных выставок, ну, до коронавируса, конечно, в мире, если вам приходилось бывать, которые оставили в вашей душе неизгладимый след. Много или немного? Вопрос ко всем. Пальцев на одной руке хватит пересчитать? Я думаю, что даже много будет. Да? То есть, когда мы говорим о выставках-бестселлерах, когда мы говорим о каких-то таких проектах, которые вот дух захватывает, и на этот проект мчатся не только профессиональные люди, как я, но мчатся
любители искусства со всех стран мира приезжают, там, допустим, Вермеер, Лувре, все поехали. Или там Мане возвращается, выставка Эдуарда Мане в Венеции в Палаццо Доджи. Все, толпы японцев сошли с ума, поехали на Мане. То есть мы говорим с вами о искусстве как о явлении в жизни народов, в жизни стран. Сегодня, когда мы говорим о современном искусстве, я вот на прошлом нашей беседе говорила, что умные кураторы проектов, которые занимаются современным искусством, Sotheby's Christie's, они называют тех людей, которые покупают современных художников, старшеклассниками с деньгами. Вы понимаете, что это значит? Или нет? Значит, мы с вами можем утверждать, что в сегодняшнем, вот то, что называется сегодня современное искусство, в нем превалирует подростковое сознание. Согласны, не согласны? Да, киваю. Почему я так говорю? Почему я на него ополчилась, вроде как? Или это просто, знаете, как хороший доктор, он ставит правильный диагноз. Это просто диагноз. С этим ничего не... Это не плюс, не минус, это диагноз. То есть сегодняшнее современное искусство – это искусство с подростковым сознанием, с подростковыми идеями, с подростковым ощущением жизни. Может быть, кто-то со мной хочет поспорить? Будет весело.